Приветствую! Давайте сегодня с вами сделаем разбор песни из репертуара Валерия Пак. Песня называется «Еще не все потеряно, мой друг». Разбор песни делаем в тональности ля минор. Значит, в оригинале песня играется также в ля миноре, только с каподастром на первом ладу. Каподастр я убрал, сделал простенько на полтона ниже, также в ля миноре. Итак, я попытаюсь спеть всю песню. Сыграем от начала до конца. И потом все это дело попробуем разобрать. Значит, данную песню я записывал вот на этих струнах. Такие струны у меня на гитаре сейчас стоят. Немецкие струны, предназначенные для профессиональных музыкантов. Итак, приступим. Как этот город ночью пуст и глух, нам остается, друг мой, только песня. Еще не все потеряно, мой друг. Настрой же струны на своей гитаре, настрой же струны на старинный лад, в котором все в цветении и разгаре. Сияла ночь, луной был полон сад. Смотри, что я не подпеваю, что я лицо ладонями закрыл. Я ничего, мой друг, не забываю. Я помню все, что ты не позабыл. Все, что такое, отмечено судьбою, и так звучит на сердце и на слух, что нам всего не перепеть с тобою. Еще не все потеряно. Рожденной в чистом поле, печали той, которой дышит даль. И, дорогая русская дорога, еще слышна, не надо даже слов, чтоб разобрать издалека далеко знакомый звон забытых бубенцов, чтоб разобрать издалека далеко знакомый звон забытых бубенцов. Начинаем из вступления. Первый аккорд ля минор септаккорд. Прижимаем 4 нижних струны на пятом ладу. Начинаем играть с второй струны. Потом играем
от пятого баса все струны 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 я играю большим пальцем и заканчиваем на первой струне. Первая струна должна у нас в сильную долю сыграть. Дальше. Убираем мизинец, щипаем три нижних, потом палец возвращаем обратно на седьмой лад. Да, я не сказал, наверное, изначально. То есть ля минор саб держим и добавляем сразу первую струну на седьмой лад. Вот так. Потом убрали, опять на место вернули. И снова убираем палец, играем в баре струны вместе с пятым басом. То есть два раза получается мы одинаково играем. Только первый раз мы играем вот так, а второй раз просто щипаем. Вот. Дальше. Играем ре минор септаккорд. Ну, баре на пятом ладу, вторая на шестом, четвертая на седьмом. Также играем 5, 3, 2, 1, одну за одной. Первую сразу ставим на седьмой лад. Играем 5, 3, 2, 1. Первая попадает в сильную долю. Потом 4. Потом убираем мизинец. И играем 3 нижних струны в аккорде. Потом 2 раза 5 бас. Потом 4. Вторая с 3. И первая потом. Так, дальше. Также играем тарадам, от пятой струны начинаем и первую смещаем теперь на восьмой лад. Играем 5, 3, 2, 1. Потом убрали палец. Два раза щипнули в аккорде, три нижних. Потом играем вторую струну вместе с шестой. Вторая прижата, шестая в баре прижата. И идем на соль мажор. Еще раз этого места. Дальше идем. Септаккорд, соль получается. Ну, неполный мы берем его, конечно. Прижимаем баре на третьем, третью прижимаем на четвертом и первую прижимаем на пятом. То есть изначально вот так аккорд берем. Щипаем просто, без всяких тегадинов. Щипнули 6, 3, 2, 1. Потом первую сбрасываем пулом, то есть мизинцем сбросили вниз. И струна зазвучала на третьем ладу в баре. Дальше. Щипаем вторую с третьей в аккорде и третью с первой. Потом идем на до мейдж септ. Что тут играем? Прижата только пятая на третьем и четвертая на втором. И начинаем играть пятую с первой. Потом четвертая. Потом вторая с третьей. Потом вот два раза пятый бас сыграли, потом четвертая, вторая с третьей и первая открытая. Вот так. Пробуем с самого начала к этому месту. Отлично. Дальше идем на аккорд соль минор с басом си бемоль. Прижата пятая на первом, первая, вторая на третьем. Щипаем, вернее не щипаем, а играем 5, 3, 2, 1, третья открытая. Первая должна в сильную долю попасть. Потом вторая, потом первую открываем, играем первую. И потом прижимаем указательным пальцем вниз, вот так приопускаем, чтобы первую прижать. Еще раз этого места. Дальше. Ля мажор септ. Полные тоже не прижимаем аккорд. Вторая на втором, первая на третьем. Играем 5, 3, 2, 1. Третья также открытая. Потом первую достаем мизинцем на пятый лад. Потом вторую желательно оставить, чтобы она продолжала звучать. Потом первую сдвигаем на шестой лад. И обратно на пятый. Дальше.
играем ре минор, ре сус 4, вернее, к ре минору добавляем первую на третий лад, играем 4-3-2-1, потом третья, потом убрали мизинец, щипнули первую со второй в аккорде, потом пятый бас, потом ставим аккорды, третья, пятая на втором, четвертая на третьем. Играем 5, потом 4-3-2, потом палец убираем с пятого баса, играем вторую на первом и первую открываем, играем. Потом на ля минор идем, играем 5-3-2-1, потом третья. Дальше. Ставим аккорды ре минор септ с басом фа. Играем 6-4-3-2, одно за одной. Потом вторую открыли. Дальше ми мажор. Играем шестой бас. Третью играем на втором. Вместе с третьей щипаем четвертую открытую. И третья потом на первом. И на завершение выходим на ля минор. Играем 5-4-2, вернее ля сус 2 выходим, то есть к ля миноре мы не прижимаем вторую пока. Играем 5-4-2-3, потом прижимаем в аккорд палец, ставим 2-3-1-3. Вот так. Давайте попробуем вторую часть сначала. Отлично. На этом аккорде закончилось наше вступление. Значит, это же вступление у нас будет играться между каждым куплетом. То есть после каждого припева в песне три куплета, три припева играем вот этот проигрыш. Пробуем, давайте с самого начала все вступление медленно сыграть. Отлично. Итак, приехали мы к куплету. Значит, куплет. Куплет у нас состоит из двух, скажем так, частей. То есть 8 строчек получается. Давайте будем разбираться по одной строчке. То есть получается первая строка «Как эта ночь пуста, куда ни денься». Значит, здесь начинаем играть с аккорда ля минор. 5-4-2-3. Потом ля сус 2 с басом соль, убираем указательный палец ля минора, добавляем шестую на третий лад, играем 6-4-2-3. Потом ре минор септ с басом фа, играем шестую и вторую на первом ладу, третью прижимаем на втором, играем 6-4-3-2, вместе со второй играем шестой бас. Потом убираем палец из второй струны, снова играем вторую из шестой одновременно. Потом 4-3-4. Еще раз с этого места. Пробуем первую строчку сначала. Отлично. Дальше вторая строчка. Как этот город ночью пуст и глух. Играем аккорды си минор септ минус 5. Вторая, четвертая на третьем. Третья, пятая на втором. Играем 5, 4, 2, 3.
Потом ми мажор септ. К ми мажору добавляем вторую струну на третий лад. Играем 6, 4, 3, 2. И на ля минор идем. Вот такой интересный, красивый ход. Значит, играем 5, потом 3, 4. Дальше открываем пальцы, убираем полностью из струн. Играем 2 и 4 открытую. Потом обратно в аккорд ставим 2 и 4. То есть 2 на 1 возвращается, 4 на 2. Дальше играет 2 и 4 на 3. Одновременно щипаем. И потом 3 после этого на 2. И ставим ля минор. Играем снова 2, 4 и 3. Вот так. Пробуем вторую строчку сначала. Отлично. Дальше, 3 строка. Нам остается, друг мой, только песня. Соль минор септ. Можем, в принципе, кроме бара ничего не прижимать на 3 ладу. Играем 6, потом 4, 3, 2, 1. Там, та-та-та-там, пам. Вот так должно получиться. И закончили потом на 2. Дальше ля мажор септ. Или септ, или не септ. Можете прижимать, в принципе, по-разному. Автор играет, я услышал, в одном куплете так, в другом септаккорд, в другом нет. То есть можете по вашему усмотрению. Ну, давайте чистый аккорд возьмем. Ну, я одним пальцем прижимаю 2 струны, 3, 4. Давайте вот так возьмем. Играем 5, 4, 2, 3. Потом ре минор. Берем так, чтобы у нас безымянный палец остался свободным. 4, 3, 1, 2. Потом ре сус 2 с басом до, убираем указательный палец из первой, пятую прижимаем на третьем, играем 5, 3, 1, 2. Вот так. Еще раз давайте с самого начала эту строчку. Отлично. И четвертая строчка, еще не все потеряно, мой друг. Начинаем с аккорда си минор 7 минус 5, так как мы на этом аккорде играли. 5, 4, 2, 3. Потом фа с бемолем 5. Что у нас получается? Третья остается прижатой. И четвертая тоже. То есть у нас получается, пальцы убрали, остались вот 2 на этом, на месте. И шестую прижимаем на первом ладу. Играем 6, 4, 2, 3. Вторая у нас открылась. Потом идем на ми мажор. Вот такое место. Итак, 6, 4. Большим пальцем я играю. Потом щипаю 3 нижних. И снова 4. Дальше. 3 у нас на 2, 4 на 4. Играем 4, 3, 2, 1, одну за одной быстро. Потом 4. И потом это же положение сдвигаем на тон вверх, чтобы 3 приехала на 4 лад, а 4 на 6. И тоже 4, 3, 2, 1. Маленькая пауза. И выходим на припев, так назовем. Или припев, или вторая часть куплета. Ну, я ее подписал как припев, чтобы легче нам было ориентироваться. Итак, вторую, вернее, четвертую строчку еще раз сначала. Есть такое дело. Итак, приехали мы на припев. Что тут у нас происходит? Ля минор. Играем там, та-та-та-там. Вот так должно прозвучать ноты у нас. То есть пятый бас большим пальцем сыграли. Потом из четвертой струны начинаем. Также большим пальцем. Та-та-та-там. Потом пятый бас играем ля минор с басом си на втором ладу. Потом ставим мизинец на пятую струну на третий лад. Ля сус 2 играем. Играем там, та-та-там, там. 5, 4, 3, 2, 3. Сначала.
Дальше ре минор. Это место мы уже играли. Ре минор. Потом ре сус 2 с басом до. В третьей строке в конце было это. Дальше фа мажор. Играем 6, 3, 2 нижних, 3. Дальше соль мажор септ. В таком обращении берем первая на первом, шестая на третьем, пятая на втором. Играем 6, 3, 2 нижних, 5. Еще раз давайте с самого начала. Дальше играем соль минор с басом си. Играем 5, 3, 2, 1. И потом ля септаккорд 5, 3, 2, 1. Вот, это конец второй строчки. Пробуем вторую строчку припева сначала. Хорошо. Дальше третья строка, в котором все в цветении и разгаре. Начинаем с ре минора. Значит, что тут? 4, 3, 1. Потом пятый бас на третий лад, нота до. Потом ставим си минор, 7, минус 5. 5, 4, 2, 3. Дальше ля минор септаккорд, в ля миноре третью не прижимаем. Играем 5-4, вторая с третьей. Потом соль мажор идет, шестую прижимаем на третьем ладу, вторую с третьей открытыми играем. И на фа мажор 6-4-3 одновременно. Пробуем третью строку сначала. Четвертая строчка сияла ночь, луной был полон сад. Си минор, 7, минус 5. Опять-таки 5, 4, 2, 3. Ми мажор септ, 6, 4, 2, 3. И на ля сус 2. Похоже на то, что мы играли во вступлении. Играем 5, 4. Сус 2 у нас, вторая с третьей и 4. Потом ставим ля минор, вторая с третьей, 4, потом первая со второй, потом вторая с третьей открытая, или же можем доиграть на ля миноре, если успеваете, я не успевал, и автор, насколько я услышал, тоже. То есть сыграна была вторая, третья открытая, и выходим на вступление. Пробуем еще раз четвертую строку. Значит, вот там, где я сказал, вторая с третьей открытая, можете первую сыграть. Это будет очень правильно, кстати. Вот так. И выше на вступление. Пробуем сначала припев. Поехали дальше. Вот, отлично, разобрали мы куплет, припев, и поехали мы, играем дальше проигрыш, дальше также второй куплет с припевом, третий куплет с припевом, доиграли мы до конца, значит, заканчиваем в третьем припеве, так скажем, назвали мы припев, знакомый звон забытых бубенцов, вот на ля, вот это место, что мы на нем заканчивали, только что закончили, и потом выходим на коду, то есть у нас получается... Повтор двух строчек идет, последних. Слова такие, чтобы разобрать издалека, далеко.
Тут идет аккорд Ми Септ Меж Сус 4 с басом Фа, такое страшнейшее название, но аккорд берется очень просто. Вот так, прижимаем мы первое открытое, вторая на четвертом, третья на втором, четвертая на третьем. Вот такой аккорд с секундой, с такой, с маленькой. Играем 4-3-2-1. Вот, сыграли. Медленно у нас уже темп уже ушел. Потом это же положение мы держим, сдвигаем на полтона вниз. У нас получился ми мажор септ. Играем те же струны. Дальше ля минор септ. Я взял специально сюда поближе, потому что дальше у нас будет аккорд баре. Прижимаем 4 нижних на пятом ладу. 5, 4, 2, 3. После этого ставим фа мейдж. Баре на пятом, пятая на восьмом, четвертая на седьмом. Играем от пятой струны вниз. Еще раз эту строчку. Дальше. Играем первую струну на восьмом ладу. Потом доставляем аккорд ре септ минор. Играем 5-3-2-1, быстро, одну за одной. Потом убрали палец из первой струны, играем первую в баре, и потом вторая. Потом снова первую прижали на восьмом. И после этого ставим аккорд ми септ мажор. Надо сыграть нам первую, третью, поставить аккорд, вернее, на седьмом ладу, первая, третья, четвертая на шестом и вторая на пятом. Ну, можете четырьмя пальцами четыре нижних струны сыграть. Ну, я мизинцем редко очень играю. То есть я играю вот шесть большим пальцем, потом 3-2-1. Когда третью играем, можем и четвертую цепануть. Вот, вот так сыграли. Итак, брейн. Сделали 6-3-2-1. Потом это же положение держим, смещаем на полтона вверх, играем 4-3-2-1. Обратно возвращаем, опять-таки с четвертой начинаем. И на ля минор, на завершение, давайте еще раз третью строчку. Вернее, не третью, а давайте сначала, чтобы вы поняли, как оно где. Хорошо. И пришли на ля минор. Играем. Вот так нужно сыграть. Итак, три струны нижних прижимаем. Или же, если вы четыре пальца будете использовать правой руки, то прижимайте четыре струны и играйте четыре. Ну, я играю три. Я сказал, я мизинец редко использую. Итак, играем 5, 3, 2, 1. Первую сразу прижимаем на седьмом ладу. И потом пулом сбрасываем, то есть просто пальцем сдернули, струна зазвучала на пятом ладу. И так делаем мы 4 раза. То есть один раз с басом начали, потом без баса. Вот, 4 раза так сделали, потом 5 раз сделали. Палец остался, не сбрасываем. Потом играем флажолетом. Первая нота, четвертая струна над седьмым ладом. Очень важно, не между ладами. Лад — это у нас железячка, вот это вот именно над железячкой. Притронули, сразу палец убрали. Вот сыграли. Потом на первой струне происходит то же самое над двенадцатым ладом. И вторая струна точно там же. И на них закончилась наша красивая песня. Вот, все мы с вами разобрали. Надеюсь, рассказал все доступно. Желаю успехов. Спасибо. Пока.